Путин first президент! Скажите, а вы кто и почему вы здесь? Я гражданин России, поддерживаю свое правительство, конкретно Владимира Владимировича Путина. Мне нравится то, что я живу спокойно в стране, то, что нет никаких конфликтов, то, что я могу спокойно путешествовать по миру, могу везде ездить. Так я немножко балуюсь, чтобы привлечь ваше внимание. На самом деле я серьезный человек и хочу, чтобы серьезные деловые отношения были во всем мире. Смотрите, трансляцию телеканала «Дождь», понятно, точно, и вот здесь сейчас только что произошло совершение. Молодой человек, который сказал, что он поддерживает Владимира Владимировича Путина. Очень большое количество сотрудников СМИ, дежурных полицейских, подъехал автозак, который загрузили сторонника Владимира Путина. Да, смотрю, задержки не идут. Какие требования? У меня никаких требований. Просто с флагом гуляют. Просто гуляют с флагом. Сказали, мне бы хотелось, знаете, мне просто хотелось бы, чтобы гуляло с флагом больше. Вот и все. Полиция начинает задерживать молодого человека с флагом. Он находится здесь, на площади, уже, наверное, около часа. До этого им интересовалась только пресса. Он говорил, что просто гуляет. Никаких политических лозунгов не высказывал, но отмечал, что ему бы хотелось, чтобы на площади таких людей с флагами было больше. Его сажают в машину, которую специально подогнали. Ваши проблемы. Вы мне говорите про Порошенко и так далее. Потому что вы считаете, что вот это скот. Что Навальный взял, народ собрал. Навальный взял, народ собрал, вывел на незаконное мероприятие. Люди сами вышли. Потому что им это все надоело. Да какая разница? На какой? Они вышли. Людям надоела коррупция. Людям надоело обман постоянно. А вы считаете, я не политик, что вы предлагаете. Им бы учиться. Выставить свою позицию. Какая у вас сейчас позиция, чтобы молодежь где-то понимали? Я считаю, что власть должна услышать общество, должны быть проведены демократические выборы, и Россия должна стать, наконец-то, нормальной европейской страной. Россия нормальная европейская страна. Это ваше мнение? Нет, дорогой мой, мнение большинства. Я сегодня пришел просто посмотреть, потому что, ну, акция, понятно, было, что народу много не будет и бессмысленно что-то незаконное делать, просто самоубийство будет, если тебя тут задержат, поэтому просто посмотреть. Почему. А родители в курсе, что здесь? Да. А в школе как относятся к тому, что в школе я никому об этом не говорю. Но здесь происходит исполнение статьи 31 Конституции Российской Федерации. Мы собрались мирно, без оружия, побеседовать, посмотреть, как он сейчас космонавты подтянутся, будут нас задерживать. А кто это мы? Да. Люди. Суверенный народ. Что? Требования достаточно простые. Ну, например, провести иллюстрацию. Второе – это отставка Дмитрия Анатольевича Медведева. Третье – это реформы по типу косыгинских, как он что-нибудь такое мы думаем. И вообще это реальное оживление российской экономики. Это все, что нужно пока что. Какой протест? Я не согласен. Для чего ты сюда пришел? Я пришел. Для чего? Ты сюда для чего пришел? Полиция! Провокатор! Убрать его! Ты что сюда пришел? Я пришел. Полиция! Убрать провокатора! Вот видите, о чем я и говорил. Ты что сюда пришел? Я пришел убрать политический протест. Провокатор! Уберите! Кто такой? Для установления личности, для установления зелья и второго и прочего. Заведите, пожалуйста. Я сам. Вы видите, двух человек задерживают. И вы смотрите юноша, который говорил о том, что он вышел выразить свой протест, идет, подняв руки, тем самым показывает, что он не оказывает какого-либо сопротивления. И мужчина, который пришел достаточно агрессивно, требовал, чтобы он шел домой. Его называли провокатором, и этого провокатора доставляют в автозак с заломанными за спиной руками. Сколько там это? Майдан не пройдет! Майдан не пройдет! Майдан не пройдет! А какую организацию вы представляете? Мы просто активисты. Мы гражданские активисты. О! Это самое главное. Вы видите то, что человек поднял доклад «Путин война».
который готовил Борис Немцов, а в дальнейшем его заканчивали его соратники. Видите, что сторонники МАТ вырывают у него плакат. Давайте сейчас посмотрим на группу школьников. Порядка 20 человек, но я думаю, что все-таки это из младших классов, и они, наверное, сегодня в центре Москвы не для того, чтобы протестовать, а для того, чтобы сходить на экскурсию.